Когда Россия вторгалась на территорию Грузии и, ваша, и расчленила ее, и, извините, но ваша политическая сила в это время прятала голову в песок. Вы от вас реакции ждали очень долго. Давайте вспоминать тогда уже все. Потому что в тот момент вы участвовали в переговорах с Россией. Знаете, вы, я не хочу вас извинять, теперь вы говорите о том, что мы ждем поддержки факты. Запада. Запад хочу, тоже не слепой и тоже не с короткой памятью. Вы журналист, вы должны уважительно относиться к фактам. Факт. Я был назначен представителем правительства Украины в грузинском конфликте. 9 августа, я был уже там, когда российские танки шли на Тбилиси и остановились за 25 километров. Мы, я был как вице-премьер-министр. Мы долго спрашивали тогда у премьера, агрессор ли Россия, вы бросили обвинение. Я хочу ответа. На него ответить. Второе. Первые деньги, 25 миллионов долларов, пришли в казначейство Грузии от правительства Украины. От правительства Украины. То есть правительство Украины поддерживало грузин, но при этом прятало голову в песок и вело переговоры с Путиным. Я не знаю, кто прятал. Я вам называю факты. Хорошо, ладно. Кто старое помянет, тому глаз свой.